Скажи, пожалуйста, вот мы сегодня искали редакцию новой газеты, так и не нашли. Что ты вообще об этом думаешь? Как возможно, что они указывают адрес, по которому фактически не существует? Ну, это точно, да. Вот по этому адресу мы прошли, как бы, соответственно, там никого не было. В этом мы убедились сегодня точно. Что сказать? Не знаю даже, что можно добавить к этому. Мы их не нашли. Ну, как ты считаешь, мы их найдем и заставим ответить за свои слова? Определенно, если стараться, можно сделать все. Спасибо.